Здравствуйте всем, меня зовут Гайне Ли, я являюсь визажистом и сооснователем первой в Астане школы-студии экспресс-макияжа и причесок The Face. Это качественная, быстрая и, самое главное, недорогая услуга, первая в Астане по именно оказанию услуг макияжа и причесок. В среднем месяц можно сказать, что у нас уже около 100, чуть больше людей. Это таких постоянных клиентов, но мы рассчитываем на очень быстрый рост, потому что уже многие узнают нас в городе, уже многие о нас говорят и знают, и это очень приятно, так как мы предоставляем не только услуги именно по макияжу и прическам, с нами также есть идейные, креативные люди, такие как фотограф наш, стилисты, и также у нас есть косметика. То есть мы ведем деятельность по нескольким сферам, но все это в основном идет на упор на бьюти-индустрию. Как и любой мастер в этой сфере, когда я начинала фрилансером, да, я всегда мечтала, что это будет, это когда-нибудь случится, я когда-нибудь открою свою школу. И это случилось. И правда, идите, стремитесь, ничего не бойтесь, и главное – работать. Главное – не отказываться ни от какой работы, какой бы сложной и невозможной бы она ни казалась вначале.